Привет, друзья! С вами Андрей Чайкин, который Геныч, а со мной еще и Барян. Мы сегодня в походе и, будем говорить так, это первый поход в наступившем 2019 году. Месяц никуда не выходили, ломки конкретные, поэтому никаких сверхзадач мы перед собой не ставим. Наша задача какая? Уйти в лес, поставить там лагерь, переночевать и как следует отдохнуть, а потом вернуться назад в Москву. Единственная задача – это лес, снег, природа и хорошая ночевка, теплая. Мы тихонько продвигаемся, скоро уже заходить в лес, пока мы идем по такой плохо езженной дороге. Но кто-то перед нами тут проехал, какая-то колея есть, даже вот плотный такой наезд, так что мы идем без снегоступов, удачненько так попали. Мы дошли до поворота, обнаружили здесь прикольную беседку. И сейчас мы идем в лес с дороги. Вот у нас такой точка отдыха. Сейчас уже снегоступы надо надевать. Ну все, мы вышли на место будущего лагеря. Сейчас будем раскапываться. Вон Барян уже приступил. Красиво тут, офигенно. Вот и сухостоя полно рядом. Так что Борька сейчас будет копать под лагерь пятак, а я буду пилить дрова. Вот такое у нас разделение труда. О, Барян. Бешеная энергия. Целый плац уже расфигачил. Все, что остается, будем. Ну вот, палатка стоит. Делается полная растяжка теперь. Боятся ученые, потому что снег может прогибать сильно палатку. Когда она растянута, то все нормально. Вот. И сейчас я поставлю печку. Уже стемнело. Таежный костер. Пельмешики. Что может быть лучше? В зимнем лесу. У нас там Чайковский мутится. Сейчас разогреем снежок. Еще добавим. Это все, что рядом с нами.
Ну и не особо так битуем в кулинарном направлении. Просто жарим мясо с луком. А потом мы с ним сделаем макарики. Вот такая у нас едень получается. Просто очень сильный пар идет. В общем, у нас еще был, баночка помидоров в собственном соку. Ну, как говорится, вот как уходили, что дома было, то и хватали. Вот, и я туда ее жахнул, получилась вот такая вот тушеночка вкусная. Теперь мы думаем, что нам макароны уже излишни будут. Что тут такая дозень большущая, что мы это не сожрем. Так нормально напитаемся. Что макарики мы сюда, наверное, добавлять не будем. ВЖМ получится. Да. Знаменитая это ВЖР обычно идет, да? Еда. Теперь ВЖМ. Да, новое изобретение. Это будет блюдо ВЖМ. Ну что, выглядит очень аппетитно, но надо еще немножко дотушить его. Перегорела малость. Ну все. Ну что, друзья, замечательно прошла ночь, очень тепло, даже с перебором, жарковато было, вот, ну, топили всю ночь, дров хватило, вот сейчас 12 час, еще дрова остались, а вокруг красотень просто не передать. Ну, вот почти все. Здесь был наш лагерь. Теперь финальная стадия сборов. И на станцию. Что ж, друзья, наш поход заканчивается. Уже темнеет, а мы топаем к станции. Ну, а вы, друзья, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Владимира Чайкина. Там тоже очень много интересного. И ходите в походы в любое время года. Это классно. С вами был Андрей Чайкин. Пока.